Это полицейская работа. Срочные новости. Внимание всем полицейским участкам. Наш местный детектив Евгений спятил. Отказывайтесь от его услуг. Он больше не сможет вам помочь. Лишь будет отвлекать от дела, если чушь про инопланетное второе. Вы чё, охренели там или чё? Теперь об огонь. Вы где срокотан? Я вас категорически приветствую. С вами снова я, детектив Евгений. Местные службы и власти отказали мне в помощи. И у меня нет никакого выбора, кроме как делать все самому. Судя по этим записям на MP3-плеере, до инопланетного вторжения осталось совсем немного. И никто в городе не хочет мне верить. В прошлой серии мне даже удалось увидеть НЛО, и я получил очередное послание на MP3-плеере, которое вы смогли расшифровать. Я не силен в этом языке шифровки, но вы со всем справились и написали мне ответ в комментариях. На этой ужасающей записи сказано, что всему миру придет конец через 7 дней. То есть через 7 дней начнется инопланетное вторжение, и никто к этому не готов. Видимо, эти инопланетяне следят за мной, потому что они обращаются именно ко мне на этой записи. Я только что вернулся из больницы, в которую мы сдали слизь инопланетян на анализы, и они до сих пор ничего не выяснили. Такое ощущение, что власти и другие службы что-то мне не договаривают. Уж больно подозрительно они себя ведут. Ничему не верят, не хотят ни в чем разбираться и даже не прислушиваются ко мне. А я на минуточку самый лучший детектив в этом городе. И я хочу искренне выразить вам благодарность за вашу помощь, потому что без вас я бы не смог расшифровать данное сообщение, и я бы вообще не знал, что делать. Этим полицейским вообще нельзя доверять. Они вообще ничего не могут сами сделать. До сих пор, наверное, думаю, что в том доме произошла утечка газа. Только вместе с вами мы сможем разобраться, что здесь вообще происходит. Поэтому ставьте лайки и пишите ваши догадки в комментариях. Ну а я пока отправлюсь на стоянку, заберу свою машину. Я решил немножко обезопасить себя и решил не оставлять свою машину под окнами моей квартиры, потому что мало ли что может произойти. Эти инопланетяне точно следят именно за мной, потому что они именно ко мне обращались в этом послании, поэтому я решил немножечко перестраховаться и поставил машину на стоянку. Я даже не знаю, что я сейчас именно буду делать, наверное, постараюсь найти еще какие-то улики. Возможно, я найду что-нибудь такое, что точно будет доказывать существование инопланетян, потому что по-другому этим службам ничего не доказать. Вот она моя машинка и... Освободи их! Освободи их! Не понял сейчас. Освободи их! Освободи их! Может, я микронаушник забыл из ушей высунуть? Очень странная какая-то штука. Освободи их! Освободи их! Освободи их! Что это все значит? Я не могу понять. Ай, как в голову-то дает! Что-то такое? Освободи их! Освободи их! Может быть, я правда сошел с ума? Кого освободить? Что такое? Что происходит? Кто это говорит? Освободи их! Твою мать! Освободи. Твою мать, что происходит? Может, ладно, ну к черту, поехали отсюда, я не могу. Освободи их, освободи их. Что это за голоса в моей голове? Откуда они взялись? Их раньше не было. Да я не могу так, блин, вообще дальше жить. Что случилось? Что такое? Твою освободи мать, что происходит? Освободи. Кого? Их. Что освободи про... их. Что это? Стоп. Освободи их. Не понял. Собаки? Освободи. Я должен освободить собак? Ну это же... Я знаю это помещение. Это помещение Степана. Он тут как раз следит за стоянкой. Я ему деньги плачу, чтобы он следил за моей машиной. Вот он даже сидит у себя дома. Освободи. Зачем мне освобождать его собак? Освободи. Это его сторожевые собаки. Что за черт? Освободи их, освободи их. Освободи их! Нет, хватит! Хватит! Все, с этим нужно заканчивать. Это что-то явно не так. Что-то явно... Я не могу понять, что происходит. Я ничего не понимаю. Нужно срочно ехать домой. Нужно хорошенько отоспаться. Возможно, это все пройдет. Я никогда такого... У меня такого никогда не было. Понимаете, я не сумасшедший. Что-то со мной происходит. Как будто бы кто-то управляет моими действиями. Как будто кто-то селился в мою голову. Ничего не понимаю. Я просто ничего не понимаю. Нет, давайте, я так просто не могу работать. Я должен хорошенько отоспаться и, возможно,
Возможно, все пройдет. Что же, черт возьми, со мной происходит? Фу, ладно, нужно поспать немножко. Нет. Освободи нет. Их. Нет, нет. Нет. Освободи нет. Их. Нет, нет. Освободи нет. Их, освободи их. Освободи их. Что происходит? Нет, я не могу это так просто оставить. Эти голоса управляют мной. Кого, черт возьми, освободить? Возможно, это какое-то, я не знаю, возможно, какое-то предчувствие. У меня так пару раз было. Предчувствие, какое-то предчувствие о грядущей беде. Что-то явно назревает. Эх, ты, кого же? Кого? Что происходит? Освободи их. Опять этот дом. Эти голоса привели меня прямо сюда, снова. Ну хорошо. Хорошо, возможно, этот Степан не заметит, и я быстренько освобожу этих собак, и этот голос прекратится. Бегите, бегите, собаки, бегите, 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 черт возьми, бегите, я не знаю зачем, но просто уйдите отсюда. Мне сказали вас освободить, понимаете, бегите отсюда, бегите. К чертовой матери, уходите отсюда, собаки, уходите, уходите. Что происходит? Что творится? Я освободил этих собак, что тебе еще от меня надо? Странный ты голос освободи в голове. Освободи их. Почему освободи этот голос до сих пор у меня их в голове? И кого мне нужно освободить? Освободи. Ну я же освободил этих собак. Почему мне этот голос ведет прямо к этому дому? Что происходит? Я же освободил этих собак. Зачем меня этот голос привел опять сюда, в это здание? Да что же я должен сделать? Да что же? Этот голос ведет меня к этому дому. Кого мне нужно освободить? Ладно, черт возьми, пока этого Степана нету. Может быть, я здесь должен кого-нибудь освободить? Твою мать, что это такое? Что это за странное помещение? Почему повсюду кровь, гробы какие-то стоят? Что это за дичь? Откуда это здесь? Освободи их. Освободи их. Да кого освободить? Освободи их, освободи их. Кто здесь? Освободи выходите их. Стоп. Очень странно, что это дерево отличается от этого. Черт возьми! Что это, мать твою, такое? Ребенок! Спасите меня, дяденька. Твою мать! Этот голос меня привел к каким-то пленным! Так этот Степан... Сиди здесь, ребенок, сиди здесь, подожди! Черт возьми! Этот Степан посадил сюда заложников! Я ничего не понимаю, я ничего не понимаю! Твою мать, Степан! Алло, полиция! У меня похищение! Срочно сюда! Детектив Евгений, опять вы! Каким это образом вы нашли пленных в этом доме? Нам говорили с вами больше не работать, говорили, что вы спятили. Сержант, я не знаю, видимо, детективная чуйка. Ну молодец, детектив Евгений, хорошая работа! Спасибо, сержант. Рад стараться. Твою мать, что это только что было, ребята? Вы понимаете, голос в голове указал мне на пленных в этом доме. Кто это? Что это происходит со мной? Я вначале подумал, что я спятил, но этот голос правда мне сказал правильную вещь. Он сказал мне спасти детей, которые были заперты в этом доме. Оказывается, Степан преступник. Какого черта творится? Я ничего не понимаю. Я просто уверен, что в этом точно замешаны инопланетяне. Не может быть просто так это все. Не может быть. Вначале НЛО, теперь голоса в голове. Эти послания бесконечные. Что творится, я вообще не понимаю. Переезжай отсюда. Ай. Переезжай отсюда. Откуда? Откуда переезжать? Из квартиры моей? Ничего не понимаю. Какого черта? Переезжай отсюда. Переезжай отсюда. Опять эти голоса. Почему переезжай отсюда? Я не только недавно заехал на эту квартиру. Что с ней опять не так? Что происходит? Ладно. Я выйду на улицу просто подышать свежим воздухом. Я просто должен немножко остепениться. Я должен подышать свежим воздухом и точно должно все пройти. Точно должно быть все. Все должно быть хорошо. Нужно просто успокоиться, нужно собраться с мыслями. Все хорошо. Что происходит? Это же моя квартира! Она взорвалась! Так вот, что имел в виду этот голос в голове!
Он говорил, переезжай отсюда, черт возьми, моя квартира взорвалась, там все мои записи, все улики, все там. Твою мать, что произ... Моя квартира. Твою мать, нужно срочно отсюда валить. Этот голос в голове говорит переезжать отсюда, он говорил переезжать. Он меня предупредил о взрыве. Если бы я был там, я взорвался бы вместе со своей квартирой. Пишите ваши комментарии, пожалуйста, поддержите меня как-нибудь. Я не знаю, что творится. Посоветуйте мне что-нибудь, я просто не могу. Я не знаю, что дальше делать с этими голосами в голове. Куда мне податься, моя квартира взорвана. Твою мать, эти инопланетяне, вторжение, я вообще ничего не понимаю. Ребята, пожалуйста, поставьте лайки. Как только наберется много лайков, сразу же выйдет новая серия. Но я поеду куда-нибудь за город, я не знаю, подышу свежим воздухом, я не знаю, что делать, у меня больше нету жилья. Я буду жить в машине. Отлично, просто, просто великолепно. Я потратил все свои заработанные деньги детективом на эту квартиру. Твою мать. В общем, ребята, напишите мне в комментариях, что происходит вообще. Как мне вообще с этим быть? С вами был детектив Евгений. Пока.